Доброе утро, друзья. Я понимаю, что раздразнил любопытство наших зрителей рассказами об надвигающейся на нас Эль-Ниньо с большим количеством водички. Там местами пишут, что будет до 25 сантиметров воды, но не по всему штату, конечно. Вот, видите, тут дождичек идет. И, в общем, ничего такого страшного в этой Эль-Ниньо пока нет. Но вот небо абсолютно серое, обратите внимание. Совершенно серое небо. Вот, а так, в общем-то, все неплохо. Это хороший тест, знаете, на то, как у вас там работает или не очень работает, например, отвод воды с участка. Вот у нас вроде бы работает. Хотел вам показать, видите, виноградик. Дикий кий наш пошел. Вот он, виноградик. Пошел зеленеть. Вот тут тоже пошел зеленеть. Вот, так что все нормально. А там, вы видите, в беседочку мебелишка пошла. Ну вот, когда дождики пройдут, я покажу подробнее. Но уже какая-то вот жизнь. Дождь, он и есть жизнь. Да, хорошо.